Отвечает Хамбюхин. Не будет Хамбюхин, я все-таки он тоже отказался, да? Да, да. Ну вот почему-то много спортсменов отказались, видимо, действительно устали. И я скажу нашим телезрителям, чтобы не обижались, если я на некоторые вопросы не отвечаю, потому что я на каждый вопрос тоже не могу ответить. И мы в любом случае комментируем выступление, и в свободные секунды, скажем так, мы готовы отвечать на наши вопросы. Постараемся, постараемся абсолютно на все ответить. Флавия Сараева из Бразилии показывают свои вольные вот, упражнения. Кстати, про Бразилию, про гимнастику, про вольные упражнения заговорили. И про бразильскую команду был вопрос от наших телезрителей, что представители Бразилии в женской гимнастике сейчас настолько выросли, и как им это удалось? Ну, отвечу, что сейчас в бразильской команде работает наш знаменитый тренер Александров. Он поднял, конечно, на 3 головы уровень бразильской команды в лучшую сторону и сделал свое дело. И сейчас бразильские гимнастки даже в финале выступали. Такое было очень редко. После Олимпиады он продолжит там работать? Ну, не знаю, насколько у него лет контракт, но не нужно забывать, что Александров и нашу Алию Мустафину тренировал. Готовил к Олимпиаде. Это очень великий тренер, и, между прочим, он тренировал в свое время Белозерчева. Это легенда гимнастики. Вот вы видите, как представляет родная публика спортсменки. Отлично. Ну да, 5 баллов как минимум за контакт с публикой. Ну и Флавия Сараева стала последней бразильянкой из тех, кто личное выступление показывает на этом гала-представлении. Дальше все-таки не буду забегать вперед, да, давайте увидим на экране, кого покажут, потому что как раз в предыдущем случае я немножко ошибся. Также спрашивают у меня, Антон, будут ли делать парные выступления мужчина плюс женщина в гимнастике?